отдел вневедомственной охраны по городу Печоре, филиал Федерального государственного казенного учреждения, управление вневедомственной охраны войск Национальной гвардии Российской Федерации по Республике Коми информируют жителей города Печоры и Печорского района о проведении 14 декабря с 12 до 20 часов Общероссийского дня приема граждан. В ходе приема граждане могут лично задать вопросы, касающиеся деятельности отдела вневедомственной охраны по городу Печоре. Прием будет осуществляться по адресу улица Спортивная, 44Б. Внимание населения 10 декабря с 10 до 11 часов по адресу Печорский проспект 90А, кабинет номер 1, руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми, генерал-майор юстиции Исаев Андрей Николаевич, проведет личный прием граждан посредством видеосвязи. Предварительная запись на личный прием осуществляется по телефону 7 10 56 до 18 часов 9 декабря. На прием можно записаться в рабочие дни с 9 до 18 часов. Фирма «Сантехрезерв» предлагает все виды сантехнических услуг. Замена труб, реставрация ванн, устранение засора труб, установка и замена смесителей, подключение стиральных машин, ремонт и установка сантехники, комплексные ремонты квартир, отделка помещений, а также теплые полы, сварочные работы и многое другое. Заключение договоров, рассрочка платежа, гарантия. Фирма «Сантехрезерв» – это качество и разумные цены. В магазине «Латимерия» поступление свежей рыбы. Сик крупный 558 рублей за килограмм. Сик «Усцильма» 380 рублей за килограмм. Пелеть мелкая 288 рублей. Чир 478 рублей за килограмм. Щука 220 рублей. Налим 168 рублей за килограмм. Карась крупный икриной. Сорога крупная 178 рублей за килограмм. Фарш из налима 358 рублей за килограмм. Семга. Также в продаже рыба холодного копчения и малосольная. Магазин «Латимерия» находится на территории межрайбазы. Синий ларек возле Чебуречной. Доставка. Информация по телефону 8 912 192 47 71. Сдается гараж в речной части города под автомобили «Газель» «Валдай». Можно под стоянку. Охраняемая территория. Телефон 8 909 123 90 11. Внимание! 12 и 13 декабря с 10 до 17 часов обувная компания «Вахруши» принимает на реставрацию мужскую и женскую обувь «Пимы». Только по адресу улица Островского, 74. Телефон 8 953 135 51 01. Разместить информацию в программе «Телегазета» вы можете, обратившись в центры обслуживания клиентов по адресам улица Островского, 74 и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 35690. Внимание! Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru.